Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Абанам Манухарам Ванша Калпатару Вашчаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вебьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангум Ланг Хайти Гирим Джатки Патама Хангабанди Парамананда Мадавам Бриндауи Тусиде Байпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Наруттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Паттасо Пракасане Ча Садануратта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагнам Авишта Дохам Титхас Падам Сива Виринчанутам Саранам Виттатихам Пунатапал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чаронаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Шатай Биспуриджита Кимапигабхавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сара Мурти Сарадхикамай Када Кипам Каруси Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртаной Кабитару Камала Йотакшо Вишамбару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам. Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тавам бхагам Нараяно Прияманаṅga Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Бхагиша Джоша Бадане Лакшмир Джаса Ча Бхакшаси Джасьясте Хидая Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Твам бхакти йога парибхавита хиссарож асасе шутекшита пато нунунато пунгшам жад жад дхиято ургая вибхавайати таттад вапу панаяси садану грахайо Твам бхакти йога парибхавита хиссарож асасе шутекшита пато нунунато пунгшам Жад жад дхиято ургая вибхавайати таттад вапу пранаяси садану грахайо Горья Гоштипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал: если вы вложите все свои деньги, все ресурсы людей, которые в вашем подчинении, в познание Верховного Господа, вы не достигнете успеха. Вы не сможете познать его. Йоги Гошки Пати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал: даже если вы вложите все свои ресурсы, свое познание, свой интеллект, свои деньги и так далее, вы не сможете познать Абсолютного Господа, потому что это возможно сделать лишь при помощи Бхакти Чакшу. Лишь через Бхакти Чакшу мы можем увидеть и познать Бхагавана. Других путей не существует. Бхакти йогена манаси пранихите амале апашат пурушам пурнам маянча тадабхасрая. That is a shlok about Vyasadeva. В этой шлоке говорится о Вьясадеве. В соответствии с наставлением Нараджи Махараджа, Вьясадева сосредоточился на бхакти-йоге. То есть и благодаря своему бхакти он смог получить даршан Господа, он смог увидеть его. Прабхупад говорит, что существует лишь один способ соприкоснуться с Верховным Господом, войти в контакт с Ним. Это апракрита шабда брама. Но где же найти его? Это главный вопрос для нас. Существует один путь, говорит Прабхупад. Если вы сможете принять единственный путь, принять прибежище апракрита шабда брама, лишь в этом случае вы сможете получить даршан Верховного Господа. Апракрита шабда брама нисходит с трансцендентного мира, апракрита джагат, для того, чтобы пролить на нас свою милость. Апракрита шабда браман приходит в этот мир благодаря чистым преданным, через чистых преданных. Большинство из представителей нашей гуру варги в связи с этим говорили: чистый преданный — это трансцендентная музыкальная шкатулка, через которую проявляется апракрита шабда браман. Мы беспомощны. Мы настолько беспомощны, что у нас нет другого выхода, кроме как полностью
кроме как надеяться на милость Гуру и Вайшнава, на помощь, надеяться на помощь Гуру и Вайшнавов, на помощь тех, кто находится в непосредственной связи с Верховным Господом и трансцендентным миром. Лишь если Апракрита Шабда Браман не зайдет с их уст, мы сможем услышать его, соприкоснуться с ним. Но своими собственными усилиями нам никогда не достигнуть Бхагавана. Бхагаван — необыкновенное, редкое сокровище. Шрила Бхакти Виган Бхарати. Вчера мне задали вопрос. Очередной вопрос. Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж говорил то же самое. Он говорил о том, что бхакти настолько редко, что без милости чистых преданных его достигнуть невозможно. Так вот вопрос. Для того, чтобы совершать парикраму, получать даршан дхамы, нам необходим праная бхакта. Тот, у кого есть любовная привязанность к Бхагавану. Тот, кто уже обладает ей. Это может быть вечный ситха, тот, кто изначально совершенен, либо тот, кто достиг совершенства при помощи садханы. Их положение не отличны. Они не отличны друг от друга. В их обществе мы можем совершать парикраму, мы можем получать даршан священных мест, где происходили лилы Господа. Лишь они могут показать дхаму. Я могу привести пример. Шрила Джива Госвами Пад получил даршан всей город Хамы при помощи Нитьянанды Прабу. Точно так же, как Шринивас Ачарья совершил парикраму вместе с Ишантакуром. Таким образом, благодаря общению с Прабхупадой, то есть благодаря Прабхупаде осуществлялась город Хама Парикрама, гор Мандал Парикрама время от времени, Враджа Мандала Парикрама. Но такая возможность не всегда есть. Когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был уже в преклонном возрасте, он сказал мне: иди, совершай парикраму под руководством такого-то Махараджа. И что же, в таком случае невозможно получить милость? Невозможно получить милость Дхамы? Возможно. Потому что вы будете совершать парикраму по наставлению Вайшнава, Гуру и Вайшнава. Если Вайшнав дает вам благословение, дает наставление, отправляйтесь в Нрисингапали, к примеру, в тонкой форме Вайшнав присутствует, Вайшнав находится вместе с вами, он идет вместе с вами в святое место. И поэтому не нужно думать, что вы напрасно тратите время, энергию, силы. Исполнить наставление Вайшнава все равно, что исполнить наставление Бхагавана. Если вы испытываете трудности, сложности во время парикрамы, не думайте, что все это напрасно.
И что парикрам не имеет никакого смысла. Бхактивинод Тхакур, Наротам Дас Тхакур пишет в своих киртанах. Они составили свои киртаны очень и очень давно, но по сей день в форме Шабда Брамы они присутствуют в своих киртанах. Гуру Падма говорил, что Шабда Брама в форме киртана. Шабда Брама присутствует в киртане. Если мы будем их петь, мы ощутим могущество, которое скрывает в себе киртан. Когда вы от всего сердца совершаете киртан Наротам Дас Тхакура, Бхактивинод Тхакура, Крипа приходит и плавит ваше сердце. Прабхупад часто повторял, что у нас нет права изменять даже ни единой буквы в том, что написали наши ачарьи. Ни строчки добавлять нельзя. Допустим, кто-то во время киртана добавляет строку для того, чтобы для гармонизации мелодии, то есть для того, чтобы закончить песню, то есть баджан. Прабхупад говорит, что этого делать нельзя. Нельзя менять ни единой запятой в том, что написали наши ачарьи. Итак, не думайте, что ваша парикрама бессмысленна. Порой вайшнавы не посещали парикраму вместе с преданными. Порой у Прабхупады не было времени на то, чтобы совершать парикраму вместе с преданными. Но это не означает, что их парикрама была бессмысленной. Бессмысленной тратой денег, времени и так далее. Если думать так, то в чем смысл, значимость нашей Гуру Варги? Они с нами, в невидимой форме, они с нами. Итак, только при помощи Шабда Брамы мы можем соприкоснуться с Господом. Этот стих из третьей песни Шримад Бхагаватам. Когда мое сердце переполнено бхакти, когда мое сердце наполнится бхавой, Бхава преданного, которому вы испытываете, которому у вас есть бхакти, проявится в вашем сердце. Прабхупад часто говорил, если вы хотите увидеть апракрита васту при помощи своих усилий, то есть если вы тотчас же хотите увидеть Гаурангу или Кришну, или я хочу увидеть Вриндаван, у меня есть билеты, я его увижу. Это говорит о вашей слепоте. Глупости. И такие люди плачут только тогда, то есть одумываются только тогда, прислушиваются к Настанам Гурудева, когда сами уже попали
в трудную ситуацию из-за того, что не слушали духовного учителя. Гуру и Вайшнавы знают, что было в прошлом, что в настоящем, что в будущем. Они все очень четко видят, все очень ясно видят. Прабхупада говорил, что если человек пытается видеть Дхамму при помощи материальных глаз, это говорит о его глупости. Это говорит о том, что этот человек материалист. Не так-то просто увидеть божество в Святой Дхамме. Не нужно думать, что все, что нужно для того, чтобы получить даршан, это купить билет и приехать в Дхамму и прийти на даршан. Прабхупад говорит, если вы пытаетесь увидеть трансцендентные вещи при помощи материального зрения, вы глупец. Прабхупад часто говорил, а пракрита джагат необходимо видеть при помощи, увидеть при помощи ушей. То есть услышать харикатху о Святой Дхамме, и только потом у вас услышите харикатху, если ваше слушание будет совершенным, если при помощи харикатхи ваше сердце войдет, ваши уши войдут, войдет шабда брама, произойдут определенные реакции в сердце, сердце изменится, тогда вы сможете увидеть собственными глазами, трансцендентными глазами, трансцендентный мир. То же самое пишет и Наротам Дас Такор. Каждый получит по заслугам. Если вы невнимательно, несерьезно относитесь к бхаджану, бессмысленно ожидать, что к концу вашей жизни вы получите даршан Нанда-Нанда на Шри Кришне. Одна история. Один преданный был из Гуджарата, его звали Пурушоттам Прабху. А второй, и был еще второй преданный, я не могу вспомнить его имя. Один преданный, один из них уже был на грани жизни и смерти, он подготавливался к уходу из материального мира. И когда он уже был близок к смерти, преданные стали спрашивать, что ты видишь сейчас? Он сказал, я вижу свет. А потом, что ты видишь? Его спросили, он говорит, я вижу Прабхупаду, Прабхупад дает мне свой даршан. То есть он написал то, что он видел. Бон Госвами Махарадж также написал, я собираюсь оставить, то есть он сказал своим ученикам, я собираюсь оставить сегодня тело, вот в такое-то время никто не прикасайтесь ко мне.
не прикасайтесь ко мне. Но кто-то из преданных, из-за накрывших эмоций, прикоснулись к Махараджу, и он сказал, что сегодня я не могу оставить тело, потому что я осквернился. Тогда он оставил тело на следующий день или в ближайшем будущем. Шри Кешава Госвами Махарадж также выбрал благоприятные титхи для своего ухода. Севак совершал арати божествам, и внезапно гирлянда с Шримати Радхарани упала. Севак взял эту гирлянду и поместил на Шри Кешава Госвами Махараджа, и он оставил тело. According to your bhava, tat-tat bhapu praneshe sadhanu grahai. To bestow kippa on the devotee, according to his bhava, appear inside. So Tulsidas ji can get darshan of Ramachandra. Tulsidas ji получил даршан Рамачандра. Наши гаудия преданные получают даршан Шьяма Сундра. То есть все происходит в соответствии с бхавой, которая в сердце. Мы начали чтение главы о бхакти-йоге. До того, как приступить к чтению, я хотел бы сказать, что все остальные процессы, такие как йога, гьяна, гьяна-мишра-бхакти, карма-мишра-бхакти, могут привести вас к успеху, а могут нет. А могут не привести. Лишь одна бхакти-йога, если вы достигнете, если вы будете в совершенстве следовать процессу, вы достигнете желаемой цели, высшей цели. Но если вы успеха не достигнете, остановитесь на одной из ступеней бхакти-йоги. Обещание Бхагавана заключается в том, что вы начнете именно с этого места, на котором остановились, но уже в следующей жизни. Вспомните историю о Бхарати Махараджа. Как вы знаете, он оставил трон, оставил семью, прекрасную жену, детей, оставил несметное богатство и ушел на берег Гандакини, на берег священной реки совершать баджан. Однажды он увидел, как тигр напал на олениху. Олениха бросилась в воды священной реки. И в этот момент она родила маленького олененка. В это время Бхарата Махарадж совершал аник, повторял аник. Он увидел все это и увидел маленького олененка, который барахтался в воде, и он подумал, что его обязанностью является спасти олененка, и он тут же, мать умерла. Она родила олененка и умерла. Бхарат Махарадж подумал,
что я должен спасти его, и тут же бросился и достал его из воды. Затем он стал думать, я обязан позаботиться о нем, и он стал выхаживать его. Ему пришлось ходить в близлежащую деревню для того, чтобы достать пищу для этого олененка. И в конце концов он все больше погрузился в служение Дживе, а не Бхагавану. Он потерял свой баджан в конце концов. И в его уме был постоянно этот олененок, он постоянно думал о нем. И в прошлой и следующей жизни он родился, сам родился в теле олененка. И, возможно, помню, из-за того, что помню предыдущую жизнь, он пришел в то же место и дожидался того момента, когда оставит тело. И в следующей жизни он уже родился как Джада Бхарата. Так или иначе, мы видим, что из-за Абхинивеши Бхарата Махарадж стал думать, что он должен позаботиться об олененке. И постепенно он уклонился от преданного служения. И на самом деле его бхакти относится к категории гьяна мишра бхакти. А кто совершал карма мишра бхакти? Не могу вспомнить его имя. Рантидев. Гьяна мишра бхакти выше, чем карма мишра бхакти. Намного выше. Так вот, он все, что бы он ни делал, все плоды своей деятельности он предлагал Бхагавану. Ранти Дев. Рантидев был прославленным царем, но в конце концов он был вынужден покинуть свое царство вместе со своей семьей и отправиться в лес. Там долгое время ему пришлось поститься, не ел и не пил. Он терпел голод и жажду. Но что случилось дальше? Внезапно он обнаружил огромную тарелку с пищей. Он уже собрался принять прасад, но в этот момент пришел человек, который сказал, что ужасно голоден, и попросил поделиться. Рантидев дал ему, как только он дал ему все, что он хотел, пришел следующий и сказал, что я ужасно, ужасно голоден и очень болен. Мне очень нужен прасад, мне очень нужно поесть. Он дал ему, и в конце концов ему осталось немного воды. И тогда пришел один чандан. Сказал, я ужасно хочу пить, пожалуйста, дай мне воды. Да, забирай. Итак, у него был этот прасад, была тарелка с прасадом в его руках, но он так и не смог вкусить ни крошки. Затем он взмолился Господу, Прабху,
Благослови меня, чтобы в этой жизни я смог служить Тебе. Чтобы до последнего момента своей жизни я смог служить Тебе, то есть служить Тебе через дживатму. Он знал, что в каждой дживе находится параматма, Бхагаван в форме параматмы. То есть он не служил дживам, не служил людям с материальной концепцией. Он четко понимал, что в сердце каждого дживы находится Бхагаван в форме параматмы. И поэтому он служил им. И служил... совершенным образом, без малейших изъянов. Именно поэтому он достиг совершенства в карме Мишра Бхакти. Но Бхарата Махарадж успеха достигнуть на пути Гьяна Мишра Бхакти не смог. Да, там были скрытые причины, о которых я говорил ранее, но так или иначе мы видим, что он не смог вот в той жизни достигнуть совершенства. Итак, Бхагаван говорит Удаве. Существуют разные пути ко мне. Я предоставляю каждому живому существу путь, которым он сможет следовать, который соответствует его, который соответствует ему, его вкусам, предпочтениям, его уровню. В Рай Раман Самват мы читали о том, как Махапрабху задает вопрос, как достигнуть Бхагавана. В конце концов, то есть постепенно эта тема в их разговоре разворачивалась, и они дошли до чистого бхакти, а затем Рагануга бхакти, затем Камануга бхакти, которая доступна лишь гопи. Только затем идет Радхарания. То есть Махапрабху начал издалека и в конце концов подвел к высшей цели. Варнашрама Дхарма — это хорошо, хорошо, но что дальше? Постепенно он раскрыл все пути. Которые ведут к высшей цели. У каждой дживы свой уровень адхикара, свой уровень квалификации. Допустим, у вас совершенно нет никакого адхикара. Но вы хотите совершать рупануга баджан. В таком случае падение неизбежно. Да, когда-нибудь у вас будет возможность совершать рупануга баджан. Но если вы сейчас его начнете, падение неизбежно. Прабхупада много раз повторял. Опираясь на эту шлоку из Шримад Бхагаватам. Then you will have to stick to your own position. By staying in this level, you will like to show, I'm big. Если вы, находясь на низком уровне, хотите увидеть то, что находится очень высоко и далеко от вас, у вас ничего не выйдет. Прабхупада говорил, что если
в вашем сердце появляется какое-то неправильное понимание того, что есть сиддха и садхана. Допустим, вы находитесь на уровне садханы, но думаете о себе как о сиддхе. Прабхупад, когда я размышляю над тем, как ясно говорил Прабхупад, мне кажется, даже если бы сам Бхагаван не зашел в этот мир, он не смог бы сказать более ясно, чем это сделал Прабхупад. Настолько ясная, абсолютная правда. Если вы постигнете то, что говорил Прабхупад, если вы по-настоящему поймете это, то никто не сможет обмануть вас. Я уверен в этом. Так вот, Прабхупад говорит, что если в вашем сердце появляются какие-то неправильные представления, в отношении вашего уровня, то есть, например, вы думаете, что вы на уровне стадии садханы, например, вы думаете, что вы ситха, хотя еще являетесь садыком. То есть прямо виварта происходит, то есть имеется в виду, что это большая проблема, большая опасность. Вы принимаете одно за другое. Pasanna matoya apare, this is what you should understand. Paramparjana ke sanchi. Manenda, Bhagavan want to say that their parampara also come. I mean the flow of Bhaktivinoda that I taught, that is also come. Somehow is coming. And the other flow... Как я говорил ранее, поток Бхактивинодары никогда не прекратится. Тем или иным образом он найдет способ прийти в этот мир, то есть он не остановится. Он будет нисходить в материальный мир. Но существуют и другие потоки. Потоки тех, кто не следует парампаре, но являются пашандами. То есть что означает пашанда? Бессердечный. Из хинди, из бенгали, санскрита переводится как бессердечный. То есть человек, который не может совершать бхакти-йогу. Мацара — это зависть, такая болезнь, что не найти от нее способа вылечиться. Никак от нее не излечиться. Эта болезнь стянет вас на самое дно. Кесанчит означает в соответствии с мнением Бхагавана, Сиддхантой Бхагавана, Бхагавата-дхарма, поток Бхагавата-дхармы нисходит в материальный мир. Но существуют и ложные потоки, которые состоят из бессердечных обманщиков.
Пашанда. Такие люди следуют тому, что взбредет им в голову, и они изменяют, коверкуют истину. Вчера я говорил о том, что Бхагаван Шри Кришна в соответствии с моим вкусом, то есть в соответствии со своим вкусом к тому или иному, кто-то прославляет тапасью, кто-то другие виды, другие пути. Когда Парикшит Махарадж был укушен змеей и размышлял над тем, как в кратчайший срок он сможет достигнуть совершенства, что лучше, что он может сделать сейчас, разные риши и муни давали ему различные советы. Одни говорили одно, другие другое. Кто-то говорил о каме. Простите, кто-то говорил о одних видах тапаси, кто-то о других, кто-то о пожертвованиях и так далее. There is diversity, different kama. All diverse. Adyanta bantu evaisham lokaha karma vinirmita. This material world is there according to different karma, different people, different way, different karma. And it has some beginning and end. No stability. Adyanta Bandha mean Adi Anto Evo Esha. Nishchit, definitely, this material world is karma vinirmita. All people feeling to do something, karma, kormi. And according to their desire, all the material world. In the beginning of creation, there was only world. World was there. First of all, even world was not there. В начале творения не было даже мира. Когда Бхагаван бросил свой взгляд на Пракрити, он оплодотворил ее в ней. В конце концов, появилось много разных таттв. Вначале проявилась саттва раджа-тама, саттва гуна дала рождение полубогам, раджа-гуна породила органы чувств, а тама-гуна
низшие чувства. В конце концов, был создан мир. Как проявилась нынешняя цивилизация? Люди хотели что-то делать, делать в соответствии с их представлением, что есть хорошо. И благодаря их деятельности мы видим материальный мир таким, как он сейчас есть, каким он сейчас является. This world is erected by karma automatically. This kind of situation. Different karma. And этот мир управляется кармой. Здесь люди страдают от всевозможных проблем. Большинство из людей находится под влиянием тамагуны. Они следуют карме, совершают какие-то дела, но к ним не приходит удовлетворение от этого. Они испытывают, они сталкиваются лишь с горестными последствиями своих действий. Как вы хорошо знаете, каждый поступок имеет прямо противоположную реакцию. То есть имеется в виду, реакцию, равную по силе этого поступка. Вы получите результаты в соответствии с вашими делами, в соответствии с вашими действиями. Ultimately, those material karma is externally very sweet, very nice looking. We are enjoying different kind of physical amenities, different kind of okay. Казалось бы, этот мир необыкновенно разнообразен. Здесь так много наслаждений, и карма — это здорово. Но в конце концов, ваши же собственные действия, этот материальный мир приводят вас к океану страданий. В конце концов, вы будете раскаиваться в своих действиях. Ну, конечно же, если вы не разовьете сознание, если будет у вас возвышенное сознание, то вы сможете найти удовлетворение. А без этого в материальном мире никто удовлетворение испытывать не может. Бхагаван объясняет, что тот, кто соприкасается с материей, тот, кто постоянно находится в связи с материей, они могут заниматься этим, то есть это соприкосновение с материей никак не может принести удовлетворение. Однако мои преданные, говорит Бхагаван, всегда удовлетворены. Они счастливы благодаря их мыслям, которые погружены в меня. Как
where they can get. Those who are busy with material development, these and where they can get. Because Bhagavan is Sukha Swarup. I mean the all source of all enjoyment, all source of Bhagavan peaceful feeling, источник всех наслаждений. Именно от него происходит счастье, ананда. Бхагаван, несомненно, анандамой. А дживы способны получить блаженство, ананду, лишь от него. Об этом же говорится и в Упанишадах. Дживы получают ананду от Бхагавана напрямую или косвенным образом. Косвенный образ через майю, а напрямую, когда вы связаны с Бхагаваном при помощи бхакти-йоги. Итак, прямым или косвенным образом наслаждения, которые доступны в материальном мире или трансцендентном мире, исходят от Бхагавана. Бхагаван — источник ананды, источник всевозможных наслаждений. И если дживатма хочет, пренебрегая Бхагаваном, хочет наслаждаться, хочет найти наслаждение в других источниках, естественно, это невозможно. Кто такой Нишкинчана? Все говорят, это, используют это слово. Но что по-настоящему оно означает? Нишкинчана — это тот, кто в чьем сердце одно сокровище — Бхагаван. У Прабхупады было 64 матха по всей стране. Но он говорил, у меня ничего нет. Это и есть Нишкинчана. Итак, Нишкинчана — это тот, кто в чем сердце лишь Бхагаван, и он осознает, что его единственное богатство — это Бхагаван. Ему не нужно беспокоиться о чем бы то ни было еще в материальном мире, кроме как о своей связи с Бхагаваном. И Нишкинчана — это очень возвышенный уровень. Бхагаван Шри Кришна говорит Рукмини Деви: «Я Нишкинчана». Ты Нишкинчана? Ты же... Тебе принадлежат бесчисленные брахманды. Нет, я Нишкинчана. И это правда. Кришна — выдающийся Нишкинчана. Вы можете сказать, что о чем вы говорите, Махарадж, он же совершает раса-лилу. Нет, вы еще не на том уровне, когда вы сможете это понять. Он действительно выдающийся, самый главный Нишкинчана среди Нишкинчан. Он выдающийся саньяси среди саньяси. All Sarayashya Purun. Within that, Oishya Samgur, Biju, Jasosa Sri, everything. Bhairava also. So when Bhagavan going to take sannyas, nobody Когда can beat him. It's topless. Sannyasu принимает Bhagavan. When Bhagavan going to show that I am the enjoyer, is a topless. То есть он лучший, в каком направлении бы он не выбрал, какое бы направление он не выбрал, в любом он занимает высшее положение. Он выше среди саньяси, он выше среди наслаждающихся. Бхагаван говорит, что бы я ни делал, мадбхакто-винодартам, мадбхактянам, винодартам, карами, вивидам.
to give satisfaction to my devotees, I am doing this kind of. Я делаю для того, чтобы доставить счастье своим преданным. Доставить удовольствие. У него нет своих собственных желаний. Хоть нам в это может быть сложно поверить, но Бхагаван хочет играть с дживами, новыми и новыми дживами. Несмотря на то, что у него есть бесчисленное количество джив, которые окружают его в трансцендентном мире, он хочет новых и новых джив. И нет причины, которая объяснила бы это. Почему это так? Когда нам было по 5 лет, мы играли с утра до вечера. Вот для чего играет ребенок? Почему? Почему ребенок сутками может играть? Почему? Потому что он получает наслаждение от этого. Наслаждение от игры. Это может быть непонятно людям. Ты же ничего от этого не получаешь, ни денег не получаешь, никакой выгоды. Но дети просто играют. И точно так же играет Бхагаван. Он играет, и именно поэтому ему нужны новые и новые преданные. Он зовет, зовет джив, новых и новых джив. Bhagavan, when Shakti is there inside Bhagavan, when internal potential, когда внутренняя энергия, антаранга Шакти, that is called Shakti, antaranga Shakti, inside Bhagavan, находится внутри него, это есть Шакти. Someday I can discuss. Everybody in confusion. Tattva Saraswati coming from Bhagavan, but Tattva Saraswati has no place inside her. Когда антаранга Шакти внутри Бхагавана, это есть Шакти. Когда эта энергия выходит из него и вселяется в сердце преданного, она превращается в Бхакти. Одна и та же Шакти. Бхагаван является выдающимся преданным. Вам может быть сложно в это поверить, но он лучше среди преданных. И все мы хотим в один день стать настоящими преданными. Бхагаван говорит, я нишкинчана. Но Рукмини, услышав это, удивляется. Почему это Кришна называет себя нишкинчаной? Потому что он объясняет, потому что у меня в жизни всего одно богатство, и я полностью полагаюсь на него, я завишу от него. Это лотосные стопы Шримати Радхарани. Я завишу от них. И это говорит о том, что он стопроцентный нишкинчина, он зависит от Радхарани. Это бесспорно. Он нишкинчина. А мы, кто мы? Мы полагаемся на свои деньги, положение в обществе. Мы зависим от них. Об этом мы более подробно поговорим завтра. Итак, почему же Бхагаван является лучшим преданным? Бхагаван Бхакти Бхактиман. Бхагаван обладает бхакти по отношению к нам. Когда мы проявляем бхакти по отношению к Бхагавану, он, в свою очередь, проявляет его по отношению к нам. Нам это непонятно, но именно поэтому он и есть бхакта. А в противном случае, вот посмотрите, Бхагаван является
повелителем всех миров. Он Абсолют, Верховный Абсолют. Шримати Радхарани также Верховный Абсолют. Но Кришна, Бхагаван Шри Кришна, берет пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани и умощает свою голову. Я мог бы сейчас сослаться на одну книгу, но не могу, потому что вы начнете читать ее, и это приведет вас к падению. Я весь пылаю, я горю. Дай мне пыли со своих, помести свои лотосные стопы на мою голову и охлади огонь в моем сердце, говорит Кришна. Ребенок, я более практичный пример приведу. Ребенок, который находится в лоне матери, мать уже любит его. Даже черепаха. Черепаха, которая откладывает свои яйца на большом расстоянии от того места, где она живет. Она закапывает их в землю для того, чтобы самец не нашел их, иначе он их съест. Она их откладывает, яйца, и уходит далеко, но все время думает о них. «О, мои дети, мои дети!» И когда подходит время, она идет в то место, дети вылупляются, и она забирает их домой. И точно таким же должен быть наш баджан. Мы также должны думать о Кришне. И в конце концов, как черепаха видит своих детей, когда они вылупляются, мы увидим Кришну. И точно так же в случае людей мать испытывает любовь к еще не родившемуся ребенку. Спустя определенное время ребенок рождается. И вопрос я хочу вам задать. Когда ребенок был еще в лоне матери, она любила его. Но когда он появился на свет, ее любовь возросла в тысячи раз. Здесь всюду кислород, воздух. Нас окружают звуки, но если звуки извлекает музыкант при помощи флейты, звук превращается в очень приятное для ушей. Мелодию. И точно так же бхакти-йога настолько сладостна, что нам сложно представить. По благословению Прабхупады и Гуру Варги, если вы развьете определенную квалификацию, вы сможете это осознать. Завтра мы поговорим об этом в деталях. Потитанам Бхагавана.